Друзья, всем привет, с вами канал Футболс. Мы находимся на стадионе футбольного клуба Краснодар. Сегодня Краснодар принимает у нас Химки. Посмотрим, что получится. Да. Блин, опять подводка у меня плохая. Я уже устал. Друзья, смотрите, кого мы встретили. Данила Васюка, нашего любимого. Да, кто сегодня выиграет? А кто у нас играет сегодня? Краснодар против Химки. Краснодар против Хима? Ну, слушай, Химки, ФНЛ неплохо себя проявили и... они на взводе, они будут бороться сегодня, и я думаю, что они зацепятся за ничейку. А то, что Краснодар продал Спаевича, как думаешь, это нормально? Если честно, я не знаю, кто такой Спаевич. Я вообще не знаю, кто это, но... Ты за футбол идешь вообще? Слежу, но за Краснодаром не особо, я болельщик Спартака. Нет, не хейтите меня в комментариях. Спартак в этом сезоне неплохие. Вот. Короче, на футбол ты не идешь, да? Не, на футбол не иду, родной. Я понял, тебя. Ладно, давай удачи. И пуха не пера, чтобы было два яйца. Давай. Друзья, безопасность всегда на первом месте. Правильно говорю? Я тебе маску брал когда-то. И как, нормально? Еще раз. А про Сбербанк вылазит. Маска, салфетки. Да, друзья, безопасность на первом месте. Смотрите, у меня бейджик есть в блоке. Блин, где перная карта вылазит? Сделай скриншот, там карта вылазит у вас. Друзья, сегодня мы снимаем выпуск, так сказать, селлис. Да, да. Певица ноунеймовская. Да, да. Я не накрашена, отстань. Друзья, безопасность должна быть на первом месте. Да ладно. Правильно а говорю? Нельзя маску снять? Ты что, коронавирус ходит? Дэм! То есть нужно сюда выходить на маску? Допустимость 30% заполняемости стадиона.
нормально. Кто сегодня выиграет? Привет, твой кулачок. Краснодар выиграет 4-0. Как дела у тебя? Нормально, все. Нормально. Как жизнь вообще? Что говоришь? Как жизнь? Да, хорошо все. Смотри, ты хож на каждый матч Краснодара. Практически. Больше будет сегодня 3 голов? Я думаю, что больше. Нет, давай возьмем, уже 2-1, давай больше 5 голов будет сегодня. Нет, меньше 5 точно. Меньше 5, окей, ставочка принята, давай, удачи. Посмотрим, что получится. Это был Тони Вильер. Это был Тони Вильер. Равняет счет Химки. Вот это поворот! 3-2! Больше 7 голов. Да нет, еще. Но мне говорили, не будет больше 5. Ну, 5. Уже 5. Понимаешь, второй тайм еще у нас. Еще второй тайм, и сюда будет залетать все. Почти. Что у вас интересненького сегодня? Такая маска, друзья, круче. Кто хочет такую маску, пишите мне директ. Это мой инстаграм. И все знаете, короче. Давай нас всех. Звезда инстаграма сейчас нас заснимет. Только чуть-чуть. Да, что-то подсказывает, что нас наебали. Так что 3-2. Я просто не понимаю.
сегодня? Нет. Да, да. В общем? Ну, в общем, да. Забьем мы сегодня 7 голов. В общем, это нет. В общем, да. Нет, не надо в общем. В общем, уже 6. Уже 6. Забьем, забьем. Ланенька, давайте, удачи. Надо, чтобы, уже 6. Чтобы у нас было. Все, давайте. Друзья! Своим блогерством от этого показателя.